Возможно, ухудшение качества воды на улице Кукуевицкого в Сургуте зафиксировали нарушение целостности водовода. Это произошло вечером в среду. С того момента специалисты приступили к восстановительным работам. Их ведет аварийная служба горводоканала. Поврежденный участок вывели из работы, при этом потребители продолжают получать ресурс. Об этом сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. И добавили, что качество воды в микрорайоне А в границах улиц Кукуевицкого, Дзержинского, Магистральной и Набережного проспекта может пострадать из-за изменения гидравлических режимов. В этом случае жители просят сообщать о недостатках по телефону или в форме обратной связи на официальном сайте. Контакты на ваших экранах. Ожидается, что восстановят магистраль в течение нескольких дней.